Центр госуслуг «Мои документы» работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Сотрудники собрались за полчаса до открытия учреждения на торжественное мероприятие по случаю дня рождения МФЦ, которое посетил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Он поблагодарил специалистов центра за работу и пожелал успехов в труде. Это очень молодой профессиональный праздник, тем не менее, само явление МФЦ, оно уже настолько плотно в нашей жизни, в нашем сознании, что, мне кажется, люди уже не представляют себя. Вот мы сегодня, когда говорили, это почти 350 государственных муниципальных услуг, которые касаются, ну, хотим мы не хотим, каждой сферы жизни человека. Глава наградил лучших сотрудников, особо подчеркнув важность работы учреждения во время режима самоизоляции. Тогда специалисты принимали звонки от жителей в колл-центре на базе МФЦ, предоставляя самую разную информацию. У нас работало на этом направлении 27 сотрудников, работали практически круглосуточно, и нагрузка за весь период, те 88 дней, когда мы работали в этом колл-центре, на каждый сотрудник отработал около 2000 звонков. Такая напряженная работа стала настоящим испытанием для коллектива, но позволила сплотиться и реагировать еще быстрее на запросы населения. Мы стали сильнее, мы стали мудрее, мы стали лучше. Все сотрудники и не только, мне кажется, даже жители страны, все переосмыслили свою жизнь. Все нашли, за что нужно ценить свою жизнь. Для некоторых сотрудников награда имеет особую ценность, ведь они трудятся в Центре госуслуг с самого основания. Я работаю здесь с открытия, с 2013 года, прям с первого дня. Это уже 7 лет. Я была сначала простым оператором, потом старшим смены, и вот теперь я начальник отдела уже более 3 лет. Сейчас МФЦ работает в обычном режиме с сохранением ряда мер безопасности. Оказывают услуги населению около 200 сотрудников. Если у заявителей возникают какие-то вопросы, на них ответит консультант. Когда я пришла на работу, один из заявителей сказал: «Вы здесь хозяйка, поэтому от вас зависит все. На входе какое отношение будет вы к людям и от людей к нам, так и будет дальше». Вот с этой как бы ситуации я иду по этой жизни, вот 3,5 года работаю в МФЦ. По итогам прошлого года Центр госуслуг Ленинского городского округа занял 2-е место в Подмосковье по качеству обслуживания, а в категории крупных МФЦ стал лидером в области. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.